аккумуляторы премиум класса Веста. Титульный спонсор футбольного клуба Краснодар. Матч, безусловно, получился трудным. Многое не получалось. Соперник в первом тайме переиграл и создал больше моментов у наших ворот. Хотя мы удалось нам и забить. Трудно комментировать такие игры, когда практически ничего не получается. Вроде бы и смогли переломить. За 7 минут до конца вели 2-1, в итоге проиграли. К ребятам, в принципе, нет претензий. Видно, что сегодня было небольшое волнение, но о самоотдаче мы довольны. Мог ли сыграть тот фактор, что эта игра первая после достаточно большого перерыва и, может быть, как-то еще не втянулись в чемпионат? Безусловно, и игры на сборах показали, что мы в хорошей форме, можем соперничать с любым соперником. А первая официальная игра, и сразу было видно у ребят волнение. Мы вроде бы в перерыве посоветовали ему убрать все это, играть в свой футбол, но видите, что в конце эти элементарные ошибки привели к поражению.